В Лесозаводске создадут систему муниципального транспорта для перевозок пассажиров. Такое поручение дал губернатор Приморского края после жалоб местных жителей, которые с конца декабря вынуждены были ходить пешком. Давайте создавать свое предприятие, акционерное общество при Лесозаводске. Помогите там с денежными средствами по приобретению этих автобусов. Возьмите, организуйте и выполняйте эти работы. У нас есть денежные средства на компенсацию, уважаемые главы, разницы тарифов. Мы заложили эти денежные средства. В начале года администрации Лесозаводска удалось вывести на маршруты несколько автобусов. По словам главы муниципалитета, местные власти контролируют ситуацию. Да, для того, чтобы относительно было нормально, надо 16 автобусов. На сегодняшний день 7. Значит, завтрашним утром мы должны прирасти на 4 автобуса. Это мы закрываем 3 маршрута городских и один маршрут сельский. Напомним, с 27 декабря прошлого года перевозчик без уведомления перестал выпускать автобусы на маршруты. В новогодние праздники жители были вынуждены ходить пешком или переплачивать за такси. Евгения Брыкина, Елизавета Драгомирова, новости на 8.